Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW. Как видно, небольшой ремонт переда. Капот, правое переднее крыло, фары, бампер меняется. Остальное равняется. Для начала разберу и измерю диагонали. Зачем отравняю то, что помято, и то, что не меняется. Ну что, друзья, все прекрасненько, все отравнял, и теперь осталось все примерить. Прикручиваю все, кроме фар, так как их нету. Зазоры буду выставлять без фар. Когда все это прикручу и примерю, отдаю на покраску. Остальное выставится при сборке.
Итак, машина покрашена и собрана. Не без проблем, но ничего. То есть BMW отремонтирован. Итак, вспомним. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь на новые. Пока!